Всем привет! Это уже вторая часть. Я вам даже сегодня сниму даже пораньше видео. Обычно я вам снимаю вечером. Вот. Ну и сейчас я сижу, передрабливаю, переминаю, как это, не знаю, сказать. Вот такие вот листики. Вот, уже засушила. Эта капуста будет сушиться. Попробую, что из нее получится. Вот, сушеные листики. Сейчас включу свет, может быть, он так будет видно. Вот сушеные листики, вот это вот яблочные, вот такие вот они хрустящие. Дальше березовые листья, вот так вот. Вчера вечером начала раскладывать, разложила, вот, а сегодня они вот такие вот уже хрустящие под вечер. Они уже утром были хрустящие, я их проверяла, но они еще немного подсушились, пока я была в школе. Вот одуванчик, он не так сильно подсушился, он пока что подвял, поэтому я его оставляю. Капуста тоже вообще не засушилась, я ее сейчас просто мелко-мелко нарежу и добавлю сюда вот. Здесь у меня будет находиться перемолотые листья. Вот. Это у нас получается, здесь будут перемолотые листья с мелом. Типа это будут такие кальция у них. То есть, например, вот сейчас я им нарежу дыньку, вот, и насыплю сверху вот такую вот кольцевую смесь листьев. Вот, завтра уже пятница, потом суббота, и ко мне привезут новую литочку. Долгожданный влог буду снимать. Не знаю, сколько будет длиться этот влог, но я, в общем, вот так вот перемалываю. Сложно перемалывать одной рукой. Этот яблочный лист. Сейчас я высыплю и буду перемалывать на листок. Так вот намного лучше. Все сыпется, все хорошо. Потом собрал, высыпал. Яблочные очень-очень-очень плохо передрабливаются, поэтому приходится даже так вот двумя руками. Получается смузи. Послушайте, как березовые сыпаются. Асмр листьев. Красиво выглядит. Я, короче, сейчас попробую засушить несколько кусочков дынь. Вот. Арбузов не получится, потому что он завянет. А вот дыня тоже, не знаю, возможно, завянет. Но попробуем. Я первое сейчас нарежу. Сейчас вот все эти листья передроблю. Вот. Крапиву надо обязательно, иначе она вообще будет вообще сухая-присухая. Вот. Самое, что вот это вот хорошее, это вот крапивка. Кстати, она уже вот не колючая. Я очень долго ждала, я на 4 дня ее сушила, чтобы она не была колючая. И вот так вот она как порошочек сыпется, и получается такая вот порошковая смесь. В окно я наблюдаю, как... У меня там собака одна, она сама в выгуле бегает. Дик. Вот так вот аккуратно я снимаю. Стебелька. Листики. И это все. Потом даже какие-то там листья я не передробила. Я все это высыплю в пакетик вот в этот. У меня такой специальный пакет такой вот. Как обложка. Вот. Из-под глины. Покупала глину,
Ну, вот такой вот красивый вот разноцветный порошочек получается. Такой порошок. Я потом вот так вот все это собираю двумя пальчиками и высыпаю. Так вот, у меня получается такая вот смесь. Я беру ее и вот так вот разминаю тщательно. Я вообще думала сегодня, что я не сниму вторую часть, придется продолжать завтра, но нет. Все-таки я нашла время для того, чтобы снять. Ну, вот такой порошок у меня получается. Сейчас эти еще оставлю подсушиться, потому что яблочные, они еще такие вяленькие, потому что я их подкладывала сегодня утром. Вот эти вот еще. Они такие уж сильные, хрустящие. Свекольные, кстати, тоже сушатся у меня уже неделю. Ну и результат получается, уже кончики вот эти вот начинают подсушиваться. И получается вот такая вот свекольный лист. Вот. Одуванчики у меня вообще никак не засушились, потому что я их вчера положила сырыми и просырыми. Их хотя бы надо сделать вяленькими, вот завтра они уже будут такие прихрустященькие. Так, березовые, наверное. Здесь посыплю вот так вот. Липово немного. Прям один у меня почему-то, не знаю. Вроде бы я набирала побольше. Еще я не смотрела Танин влог, что она там снимала с Снежаной. А вот сейчас посмотрю. Буду кушать Димку, посмотрю. Для чего я вот так вот сижу и тут перебираю? Если, во-первых, если я пересушу, будет плохо. Вот, вот так вот перемолю, это будет как кальций. Вот, для улиток. Улиточек я очень своих люблю. Вот. Вишенку мне отдавать не жалко Снежане, потому что там я знаю, что она будет в хороших руках. Вот так вот. Вот так вот это все быстренько. Я перемалываю, собираю. Это, кстати, не знаю, чьи-то листья. Виноградные, по-моему, маленькие. Виноград очень быстро засыхает. А березы вообще моментально. Немного шиповника. Колюченький. Но у меня совсем маловато. Ну, на первое время, на первые 2,5 недели, может быть, даже неделю, достаточно этих кальций. Вот, капусту у меня совсем не подсушилась, она только подвяла. Еще посмотрю, что будет завтра, а завтра тогда уже вечером займусь резанием. У меня там капусты очень много, тем более она свойская у нас, и с ней ничего не будет. Как в магазинском, моментально вянет и так далее, попадает. Так что я вот так вот делаю, вот так просто передробила. И получается такой вот порошочек. Хочу вообще полный пакет сделать, чтобы хватило надолго, но это на выходных. То на выходных у меня будет очень много дел. Вот, и этот влог, сразу предупреждаю, будет очень-очень длинный, наверное, потому что он уже длится почти 10 минут. Вот, сейчас я положу на окно, чтобы это все до конца подсушивалось. Мусор я выкину в мусор. Вот, ну и сейчас буду вам показывать, что я купила. Всем же интересно. Особенно Таня любит такие влоги, когда я готовлю там еще что-нибудь. Короче, скорее всего, я вам сниму завтра, потому что я буду делать уроки, кушать. Вот. Дыньку давать улиточкам, а сама дыню покушаю. Всем пока. Сейчас буду смотреть Таня влоги. Подписывайтесь на Танин канал Drum Queen.